Так, надо поехать к Элвису. Дароу, дароу. Так вот, ты должен сделать одно задание. Какое? Ну, ты должен приехать к порту и устранить двух охранников и угнать 6 тачек и продать их на экспорт. Как тому самому чувачку, которому ты продавал 3 тачки. А, помню. Ну все, есть. Хорошо. Офигеть, 6 тачек. Даже буду туда-сюда кататься. Казино Роял. Эй, парень, тебе, к сожалению, сюда нельзя. А тебе что, можно? Нет! Купился. О нет, на нашу базу проник. Какая еще база? Ладно, сейчас проеду дальше. Ага, вот они те самые контейнеры. Так. Чё? О, кто-то открыл уже. Так, надо и этот открыть. Этот, этот, этот. Все, 6 контейнеров уже открыл. Жди, моя ласточка. Так, что тут? Ничего себе, какая качка. Тачка попалась, ничего себе. Дароу, дароу. Ну так вот, я привез тачку для тебя. Хочу продать на экспорт. Мне интересно, куда ты хочешь эту тачку продать? Ну, я хочу ее продать. Ну, давай, в Лиссабон, Португалия. Давай. Фух, прибежал и уже повечерело. Ну ладно. Следующий контейнер, и какая тут тачка? Ну... Не такая классная, как прошлое. Ну ладно. Привет, дароу, дароу. Ну, точнее, снова дароу, дароу. Так вот, я хочу купить... Фу! Извини. Продать этот автомобиль на экспорт. Еще один. Еще один автомобиль хочешь продать на экспорт? Угу. Да ты у нас богач. Завидую тебе. Спасибо. Я хочу продать эту машину на экспорт в... Сейчас подумаю, куда ж продать. Ну давай в Йемен, Сана, давай. Так, я вернулся. Так, следующий контейнер, и в чем в нем? О, эта тачка чуть-чуть покруче. И снова дароу, дароу. Так вот, я и эту тачку хочу продать на экспорт. Эту? Да. Ты что, хочешь, чтобы я разорился? Да не, заработаешь сколько захочешь. Если перепродашь эту тачку. А, ну ясно. Ну, я продаю эту тачку... Так, куда ж продать? Ну, давай. Давай в... Стокгольм, Швеция. Ну давай. Так, еще 3 контейнера. Опа-на. Это тоже крутая тачка. Дароу, дароу. Так вот, и эту тачку хочу продать на экспорт. Ты издевайся, я так быстро разорюсь, если ты будешь мне продавать каждую тачку. А я уже сбился со счета, какая-то тачка. Ну ладно. А теперь ты в какую страну хочешь уже продать? В Стамбул, Турция. А, в само сердце Турции хочешь продать. Ну, страну... Ты имел в виду Турцию, а город же Стамбул. Ну, я понял, в принципе. Ну, все.
покупаю. Так, еще два контейнера осталось. Так, а в этом чё? Вау, здесь моцик! Дароу, дароу! Так вот, этот моцик я хочу тоже продать на экспорт. И моцик даже хочешь продать на экспорт? Да. Так, а куда ты хочешь его продать? Ну, я хочу продать этот моцик в мои... Ну, то есть, не экспортировать. Ну, то есть, продать на экспорт в Майами. А, в Майами. Ну, ясно. Понятно все с тобой. Так, я пришел, и уже утро наступает. Офигеть, сколько я проездил. Так, что в последнем контейнере? Сейчас глянем. Вау, это уже DeLorean. Дароу, дароу. Так вот, я эту тачку хочу продать на экспорт в... куда же продать? Ну давай. В Санкт-Петербург, Россия. Хорошо. Фу, как я сильно устал. Ох, а вот и моя старая добрая комната. Фу, наконец-то могу полежать и отдохнуть.